Всем привет, ребят! 25 апреля 2024. Хочу показать вам прогресс роста нашего дерева Азимини трилоба или Pawpaw. Pawpaw переводится с английского лапа-лапа. Не знаю почему, наверное, из-за того, что три листа обычно у нее как отпечаток лапы, наверное, не знаю. Ну да. Это сортовое дерево, сорт называется Allegheny, и как видите, вот оно все зелено уже у нас, видите, вот яблоня рядом, а она практически еще без листьев. Это эндемик североамериканский, эндемик именно Соединенных Штатов, растет у нас в центральной части США, и начиная от Мексиканского залива и до канадской границы, то есть это морозостойкое дерево, но оно в принципе родственно тропическим растениям, таким как манго, амноны и так далее, то есть это с этого рода растения. Вот оно сейчас все в цвету, видите, у нее такие вот цветы интересные, вот такой вот цветочек. Пахнет, кстати, очень непрезентабельно, его больше опыляют мухи, а вот у него реально запах какого-то или мяса какого-то, или еще что-то гниющего, что-то такое. И вот вот таким образом оно цветет. Для плодоношения нужно перекрестное опыление. У нас два растения. Вот здесь вот, видите, вот так выглядят завязи у них. Они реально как... Сейчас я постараюсь сфокусировать. Да, они реально, видите, выглядят как... Сейчас на данный момент как маленькие бананчики. А вообще, когда поспевает, то больше похоже на манго, наверное. Манильская манго желтая. Вот такие растения. И по форме, и по размеру они примерно похожи на манго. Много-много завязи, но это не гарантия того, что эти вот-вот. Ветки качаются и не фокусируется камера от ветра. И не гарантия того, конечно, что все они останутся, но урожай в этом году должен быть, наверное, лучше, чем в прошлом. Но это, естественно, дерево матереет. И вот у нас второе деревце, между которыми происходит перекрестное опыление. Вот хотя на нем всего несколько цветов, тут десяток, может, цветов, некоторые не распустившиеся. Но, судя по всему, тех, что есть, хватает для переопыления того, потому что там много завязи. Вот так, такое дело, ребят. Еще раз, это Азимини трилоба. Все, thank you for watching, bye-bye.